Здравствуйте, с вами снова Александр. И так как зима уже у нас на носу, я решил рассказать вам о очень полезной вещи. Это как зимние конверты для ребенка, теплые зимние конверты. И сегодня я хочу рассказать вам о трех моделях от компании Mansita. Это модель Mini, Lazio и Toscana. Так что давайте мы сегодня с вами их рассмотрим, как они крепятся на коляску, как вообще ими пользоваться, что это такое. Собственно, вот эти конверты от компании Mansita. Это модель Mini, это Lazio, это Toscana. Я по очереди вам о них расскажу. И начну я, наверное, рассказ с модели Mini. Вообще Mini, она не зря так называется, потому что это самая маленькая модель у них среди этих трех, и она, наверное, в первую очередь больше направлена для использования ее в люльке, в колясочной люльке имеется в виду. Я вам покажу, как это выглядит. Вот, потому что если вы ставите туда большой конверт, он как закон чуть-чуть больше люльки, из-за этого там комкается и все такое. Поэтому до полугода это вообще идеальная вещь для ребенка в люльке. Давайте рассмотрим его более детально. Вообще все они на овечьей шкурке, шерсть здесь натуральная, очень толстая шерсть, и из-за этого конверт, он как матрасик, еще очень мягкий, тактильно очень мягкий и успокаивающий на ощупь, реально прям очень приятно трогать. Вообще материалы все используемые в этой фирме очень хорошие, материал он очень износостойкий и практичный, водоотталкивающий. Единственное, вот сразу скажу, чтобы я вдруг забуду вам об этом сказать, все эти материалы, их нельзя вообще, эти конверты, бросить в машинку и постирать. Вообще парогенератором лучше их все обрабатывать, потом тряпочкой чистить. Но если на худой конец не удалось очистить, отдать профессиональную химчистку. Вот. Поэтому вот в этом плане здесь такой момент. Что мы имеем именно в этой мини-модельке? Все эти конверты имеют прорези специальные для колясок, поэтому у них нет ограничения по моделям коляски. В любую из них можно установить, что в люльку, что в прогулочный блок. Это тоже вы увидите. Вот. Так, здесь в этой модели мини по краям есть две молнии, которые мы спокойно открываем. Вот так это все выглядит, и состоит он из двух частей. Эту часть можно отсоединить от этой, и, например, в люльке, если не хотите верхнюю часть использовать, можно использовать как хороший шерстяной матрасик в люльке. Очень тоже удобно, все это легко тоже отстегнуть отдельно, вот видите, на замочках. Вот, и собственно все это вот у нас что касается мини-модельки. Еще, кстати, здесь есть кантик вот такой специальный. Он не дает попасть шерсти в замочек, когда вы закрываете. Не будет ничего застревать. Грамотно сделано. И вот вы видите, мы имеем здесь такой вот бортик. Если вы захотите, например, чуть больше закрыть ребенка, здесь есть петельки по краям, которые мы спокойненько закрываем, и, как вы видите, большую площадь ребенка можно сильнее закрыть. Вот. Еще здесь есть возможность, знаете, сделать такой небольшой капюшончик простым путем. Сейчас я покажу вам. Вот так вот. Такой создается вот такой бортик. Вот как это выглядит. И чтобы там шею сзади не поддувало ребенку, такой мини-капюшончик. И также кармашек сзади есть, куда можно деть веревочки, которые мы сейчас натягивали.
Все, и все будет аккуратненько и красивенько. Это что касается модели мини. Вот. Так. Что еще? Дальше мы посмотрим с вами модель Lazio. У Lazio здесь замочек используется только посередине. Один, он вообще такой Т-образный. Также здесь есть кантик, и сверху внахлёст идет маленькая такая накладочка, которая тоже с помощью петелек фиксируется, ну, чтобы еще дополнительно прикрыть, чтобы уж вообще ничего не поддувало. Вот. И какой плюс именно системы, когда Т-образный у нас замочек, мы можем легко и просто вот так вот раскрыть весь конверт и получить даже дома, можете постелить, и такой маленький коврик теплый для ребенка будет. И вторая сторона использования такого вот механизма: у вас есть возможность откинуть вот эту часть, тем самым освободив место для ножек ребенка, тоже очень удобно. Здесь тоже все эти кантики, это во всех моделях одинаково сделано. И есть также возможность, как и в модели мини, сделать такой маленький капюшончик. Сейчас я вам покажу. Так, здесь закроем. Все. Собственно, вот так это выглядит. Здесь вот отверстие для ножек. Если не нужно, все, соответственно, легко закрыли. Нереально, мех прям вообще очень приятный. Вот так это выглядит. Кстати, 98 сантиметров длина этого конверта. Так, здесь также есть прорези для ремешков. И еще классная, удобная вещь, сейчас я вам покажу. Вот эта вот часть, сейчас выровняю. Вот эта вот часть цепляется за спинку коляски и не дает дополнительно конверту сползать вниз, помимо самих ремешков, которые и так будут это фиксировать. Вот, это у нас модель Lazio. Теперь давайте рассмотрим модельку Toscana. У Toscana здесь не один замочек посередине, а два по бокам. Сейчас я вам покажу, что мы в итоге получаем. Во-первых, очень удобно посадить ребенка. Откинули по бокам, и вот раз. И вот таким образом можно убрали, положили ребенка. Закрыли, не раскрывая, а просто вот так отодвинув. Вот. Что еще? Дальше мы открываем. Вот. Он у нас тоже, как видите, из двух частей состоит. И также можно использовать, например, в люльке, колясочной люльки, можно постелить вниз вот эту, например, часть, чтобы она там по краям не комкалась, а чисто на дне лежала. Если вы там сверху не хотите накрывать, осенью, например, весной, тоже очень удобно. Вот эту часть тоже можно постелить уже в прогулочную коляску, используя специальные прорези, как я вам говорил. Тоже очень удобно. Вот. И здесь также есть похожая система для фиксации за спинку коляски конверта, чтобы он не сползал вниз. Здесь немножко по-другому реализовано, нужно подвязывать. Вот, это вот такое основное отличие от Тосканы. Здесь нет, как у Тосканы, у Лацио, точнее говоря, вы не можете сделать такой капюшончик. Верх здесь не подвязывается. Но зато можно его делить на две части, скажем так. Вот, разница, по сути, небольшая, но кому-то так удобнее. И, как и в других моделях, есть петельки для того, чтобы вы могли еще дополнительно сверху прикрепить этот бортик. Вот. Здесь, как я уже говорил, не подвязывается.
Вот, это у нас модель Тоскана. Вот, по поводу расцветок, там около 5, да, 5 расцветок есть. Я вам их покажу на экране, вы их увидите сейчас. И поэтому под любую коляску приблизительно в тон можно что-то подобрать. Вот. А теперь давайте посмотрим, как они выглядят непосредственно уже в коляске. Это давайте я вам покажу на примере Тосканы. Установил я ее в коляску Recaro City Life. Это обычная классическая прогулка. Вот как вы видите, протянул систему пятиточных ремней через специальные прорези, которые я вам показывал. Делается это очень просто. Здесь тоже сверху крепится и не дает сползать конверту вниз. Все это лежит очень хорошо, плотненько. Хорошо полностью закрывает ребенка. И в модели Тоскана, из-за того, что здесь, как вы видите, замочки по краям, мы можем вот так откинуть и сделать вот такой своего рода бортик. В модели Лацио, из-за того, что замок посередине, вот так же сделать не получится, к сожалению. Будет вот в разные стороны. Вот так, мне кажется, поинтереснее для прогулки. Вот, собственно, вот так это все выглядит со стороны. Очень тепло, уютно. Ребенку, я думаю, здесь будет комфортно. Очень даже хорошо и тепло. Если хотите, убрали верхнюю часть, и у вас будет чисто матрасик снизу. Тоже очень здорово. А когда уж прям зима-зима, используйте верхнюю часть. Это что касается варианта установки в прогулку. Сейчас я вам покажу, как это ставится все в люльку. Так, на примере сначала Лацио я покажу вам, как это все ставится в люльку. Ну, как уже сразу вы заметили, обратили внимание, он из-за того, что он длинный и большой, он сюда туго помещается. Из-за этого вот немножечко он комкается, топорщится, но в принципе все равно можно с комфортом разместить ребенка. Сейчас я раздвину, чтобы вам виднее было, как это внутри все происходит. Вот, в принципе, абсолютно нормально ребенку будет находиться. Но вот видите, он все-таки большеват. Немножко будет вот он так вот топорчится. А теперь я давайте покажу вам на примере модели мини. Как я и вам говорил, она больше подходит для люлек, потому что она короче. И она абсолютно нигде не топорщится, не комкается. Из-за того, что она короче, она спокойно помещается сюда, как влетая. В принципе, в любую люльку. Вот вы видите, как родная находится там. И спокойненько взяли, накрыли ребеночка, застегнули. Поэтому, если у вас зимний ребенок и первые полгода жизни, я думаю, если вы выберете мини, это будет более правильный выбор именно для люльки. Вот, поэтому теперь вы видите, как сюда можно разместить и большую модель, и маленькую. А теперь давайте попробуем с вами подытожить, когда какой бы конверт из них было бы удобнее использовать. Начнем с Лацио. Лацио, на мой личный взгляд, лучше подойдет для ребенка, если вы будете его использовать уже там с полугода, то бишь на больше на вырост будете целиться, нежели чем вот как с рождения его пытаться использовать. Он и с рождения тоже подойдет, но здесь больше функционал именно под вырост заточен, потому что элементарно вы можете вот эту часть раскрыть и дать волю ножкам, а в других моделях, в Тоскане и мини, этого сделать не получится. И также есть возможность сделать небольшой такой козыречек, своего рода капюшончик для ребенка. Поэтому его бы я выбирал уже для постарше ребенка. Вот полугода, наверное, скажем так. Вот. Что касается Тосканы, здесь, как я говорил, нет возможности сделать своего рода козыречек, но зато вы можете
Здесь отстегнуть верхнюю часть, положить ее в люльку. Он такой более, скажем так, универсальный и с рождения, и на вырост. Такая что-то средняя модель получается. А мини, как я уже вам показывал, он очень хорошо подойдет непосредственно в люльку. Потому что в прогулку, если вы уже пересаживаетесь, то наверняка ребенок уже из него вырастет. Поэтому это идеальный вариант до полугода для люльки, чтобы он у вас там не комкался и не топорщился никаких сторон и не зажимал никак ребенка. Поэтому для люльки мини, Тоскана, наверное, что-то такое среднее универсальное. А Лацо уже, я думаю, что это для более подросшего ребенка. Вот, что касается моего мнения, как их использовать. Что касается качества моего мнения, я не знаю, все здорово. Реально все пошито очень хорошо, ткани очень приятные. Вот, и придраться, вот я не знаю, пока, что я успел здесь изучить, не знаю, придраться мне не к чему. Вот, поэтому смело бы рекомендовал их к рассмотрению. Выбор, как всегда, за вами, но обратите, пожалуйста, на них внимание, они стоят того. Вот, собственно, все, что я хотел вам по поводу этих конвертов чудесных рассказать, рассказал. Если это видео вам было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в заключение хочу поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что любезно предоставили нам их для обзора. Ну, а вам, собственно, всего доброго и удачи!